Короче, это помесь обычного морзяночного скетча и обычного скетча из толки. Это, по сути, два скрещенных примера. Я здесь использовал ту вещь, что трансивер Pixie, он ключуется, ну, то есть вы управляете в нем с помощью ключа питанием, который идет на конечный каскад. И я вместо ключа поставил транзистор. Когда идет этап морзянки, ну, Arduino просто открывает транзистор, когда надо передать там точку или тире. А когда работает токи, она посылает на него шим-сигнал с частотой 64 кГц и таким образом модулирует, скажем так, в режиме D оконечный каскад. И мы получаем звук, плохонький на звук. Конечно, нужно делать другой передатчик. Фон переменного тока из-за того, что это все происходит внутри помещения. Я думаю, это так называемые мультипликативные помехи, насколько я помню. Ну, в общем, задумка на маленький маячок в режиме морзянки и АМ почти реализована. Передатчик я, конечно, сделаю отдельный. Вот такие вот игрушки.